Ну что ты, моя террорист? Чего не делаешь бросок до конца? Блин, взял, показал и держит его. Ужас просто, блин. Кто твой тренер? Александр Иванович, наверное. Я тоже. Вместе с Сергеем Анатольевичем. Это я, наверное, мешок. Как можно? То он падает, то он его держит, не дает ему падать. Эй, кто вы лежите там? Вот тут. Ты что, фильмы смотрел ночью? Что случилось? Ужас просто. Все. Эй, боритесь аккуратно, сейчас, пока не звали. Даже аккуратно боритесь. А я вам скажу почему, потому что отрабатывали плохо. Так, говори все, Мате, Даник, иди, пожалуйста, Даник, если Миша, нормально? Миша, поменяйся, Лаврентий, вот сюда. С коленом он не делал реверсию, хорошо, Влад? Не, Миша, ну хорошо, иди. Вот так рычат прям. Пацаны рычат. Thank you.
Хорошо, Мате. Пошли вокруг ковра. Все, хватит. Потому платите деньги, будете бороться. У меня два лея сидят. Давай, два, хотя бы два. Пойду же один, вот уже три. Это настолько хватит. Сейчас будем играть в лото. Вступительный, не все играют, а вступительный взнос 30 лет. А играют все. Так, Саша и Руслан, вам все спасибо. Нормально. Саша, у тебя все считает нормально? Да. Отлично. Так, пожалуйста, остальные сели вот сюда. Влад, вон туда ушел. Удержи туда. Так, здесь у нас ресурс сверху туда. 10, так и блин. Мусор сыпется. Так, здесь. Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, пара, два, пара, три, пара. Раз, пара, два, пара, две, пара. Так. Так, боремся до икона. Эй! Сколько время? Половина. Половина. Значит, три схватки до икона. До икона. Эй! Так как 4 минуты, а у вас 5. Правильно? Да. Вы боретесь два раза сразу. Одна схватка это сколько? 8 минут. Так, на ковер выходит Сырго, Вестун. Давай, поехали. Вот туда. Там как складно. Вот туда. Готово? До икона. Ипон и все, больше не горит. До икона? Да. Так, здесь выходит Кутубка Миша. Здесь. Все, остальные две пары готовьтесь. Вот эти борются 4 минуты уходят, а потом борются за парами. А нет, это мне не нравится. Нормально. Все, приготовились. Сейчас все время засекаю. Пожалуйста, схватка до икона. А где это? Мой телефон. Кто что? Внимание. Батюшка! Да. Можно слышать? Да, только надо потом. Так, икон! Встали, поклонились. Бурдуша, ты остался, Миша ушел. Выбираю вот из этих. Нет, проси его, он боится. Давай, давай. Ну, все будет вам первая шира. Давайте с вами. В другую сторону. Базарь. Кстати, держали. Раз. Два, три, четыре, дворецкий готов, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Базай, а вас это пом? Все вставишь. Поклонились. Ушел. Пожалуйста. Коля, забери оттуда стул и занеси в раздевалку. Ну, до конца надо было. Thank you.
В сторону, Лури. В сторону. Лури, смотри. Хорошо, молодец. Односторонний захват. Денис, сыну, вам второе шире. Не борется. Руку выключает, руки надо. Делай болевой. Удушающе. Еще один, я тебе даю шиба. Да он тоже бросал. Не знаю. Андрей, не разговаривай, то получишь третий шиба. Нету. Шида, мы тоже пошло. Ну, до конца руку перекрыть. Улучшающе через него. Удержание. Сейчас на лицо, сейчас подумаем. И борьбу отсюда. Стоп. Миша, кто будет сдаваться? Я? Упал тут, отвечаешь. Руку надо выкрыть. Вот, до конца! Блин. Так, ну следующий будет. Пойдем. Мате! Заправили тоже? Всем заправили. Так, время уже закончилось. Так, время не закончилось, я остановил за 5 секунд до конца. Значит, для того, чтобы не было проблем, значит, Денис, он сделал один бросок и видел второй. Третий пошел. Вы смотрели тогда, как он делал. Значит, тебе шида третья. Ты дисквалифицирован. Поклонились уши. Так, пацаны. Да. Вы боретесь еще, у вас под одному шида. Непонятно, как вы борете. Вы поклонились уши. Далее берешь этого самого Лурин, идешь туда. Коля, а ты берешь Макса и сюда. Готовы? Ready? Джо! Этот... Кинь. Часто бывает так, что я здесь говорю, а потом выходит и бороться то же самое. Просто там ничего говорить не может. Вот у него 3-4 атаки. Может, у тебя были, но их не видно было. Да, я мог пропустить. Ну, одна, но не больше. А за 4 минуты одна атака? Ну, это мало. Это мало.
зря тебе подсекать нужно. Так. Номер два. Руслана, Ой, Руслана. Блин. Ну я только что понял. Стоп! А ты? Разуши. Пожалуйста. Ушел. Миша, что? Стоп, куда ты ушел? Так. Поклонись. Шаг назад. За ковер. Поклонись. Стоп, ты проиграл? Сделай ему 10 поклонов. Через бедро. Давай. О, он уже выиграл. Куда? Куда? Лево делай. От Макс. Нет, Макс. Сразу возьми поклон. Выше. Вот так. Пошел. Вот. Раз. Чтобы быстрее вставать. Два. Обе руки снизу. Обе руки снизу. Вот так. Три. Быстрее. Четыре. Я сказал, снизу обе руки, Максим. Так, продолжай. Восемь. Теперь поступок уже. Восемь. Давай, бросаем. Что будет? Четыре. Один это. Десять. Пошел в ворот. Даник, бросай. Вышел за хватку лестницы. Правой рукой как можно выше. И хорошо локоть держи. А правой выше. Базари. Держи его! Будут всем. Держи! Вылезай, вылезай! Что отпустишь? Golden Scott, Сергей Анатольевич. Какой Golden Scott? Golden Scott. После окончания времени борьбы дается Golden Scott. Ну хорошо. Все, поклонились тебе. А как ты? Ластухов тоже. Но! Может, это что? Бросай, не закроешь еще раз! Ходишь, танцуешь! Все запир? Да, не заработаем! Бросай, бросай, бери пояс! Пояс, бросай! Во! Бросай, бежай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, поле, кон. Бросок и удержание. Давай, кузюшка, блин. Поклонили. Один, мужчина. Ужас, мат. Ужас просто. Берешь, проигрываешь сторону на месте. Держай, Даня. Раз. 20 секунд, Лоренцию, если он удержит, он чисто выиграл. Постарайся ногами ногу захватить. Ногу захватить ногами. Ногами ногу. Поставь даже рукой, поставь ногу между ног. Правая рука. Возьми ногу, ближе. Нет, вниз ее обратно. Вниз, между ног. Другую ногу захватывай. Другую. Пропусти между ног туда. Другую ногу. Его другую ногу. Его между ног поставь. Развернись его. Стоп. Останови. Запрашивай. Сделай шаг вперед. Смотри. Шаг вперед. Смотри. Берешь ногу, ставишь между ног и ты просто дальнюю взял. Надо было постараться руку заближить. Все, поклонились, ушли. Так. Сергей Анатольевич, можно мне уже надо идти? Я сыр, Боба, привезли, больше. Нет. Там с
сейчас в ад уйдешь. Все равно ты пока моешься полчаса, это... Так, не в 6 там уже должен быть. Ну, от хватку уходишь. Не проблема, все равно... Давай, выходи быстрее, болтай. А, что же дати? Ну, и мы так же будем. А можно и я? Где? Пискуно. Пискуно? Давай мы сделаем так. Ты ходишь, знаешь, с кем? Да, давай, Бини. Потому что там у вас там тепло. Так, этот. Замучим это. Сюда. Все, Хаджинера. Вот тут, сюда, с Мишей. Все, 4 минуты засекаем. Пастухов, давай, залезай, быстро бросим, все, и он спокойно идет. Спокойно. Как мешок может идти домой? Спокойно. Бросай, ну, передний, подписчик, подписчик. Передний, вот, через грудь, блин, в другую сторону, блин. Вы не напрягайте. Дождался, блин. Держи ногу там. Матвей, вы кух? Ну, ты дождался, подсуков, взял, блин, отсюда, как швырни его, блин. Сел, надо верить. Давай, ты же качаешься. Да, да. Да, блин. Сейчас надо самое. Качаешься. Ладно, порви его там, блин, что ты ходишь с ним? Руками, руками, ты не ногами сначала, руками чуть-чуть сюда-сюда. Покажи, не влазь до конца. Тот прием, который хочешь делать, не показывай вначале. Скажи, какой хочешь мне, а я тебе скажу, какая подготовка идет. Задница и живот. Дать не буду. Хорошо, Миша. Упрись, Миша. Головой. Плохо сейчас руку выключи. Ушел. Руки к себе. Ушел от нее вообще. Молодец. Умница. Главная задача не упасть. Миша. Но! Есть! И пол. Все, свободен. Влад, иди сюда, быстро, типа, поклонился ему, быстро, будешь работать, подумаешь, о чем я тебе говорю. Ты сразу показываешь свой прием, как он тебе сделает. Ты не показывай, ты покажи сначала какой-то сюда, подготовку, какой-то каток, какой, а потом уже. Все, побежал. Так, Пастухов ушел оттуда. Матух, а ты идешь к Пастухову? Я? Да. Так, Пастухов, одной рукой держит захват, но держит двумя, он нападает, ты защищаешься. Так, здесь Миша, остается Данец. Давай. Устал? Да. Молодец, Данец, хорошо. Красавчик. Смотри, какой ты здоровый стал. А Джоэ? Брось его на пол сразу, и все. Не получится. А ты ему сразу вот это про белого бычка. Ну, вот он. Нет. А вообще кто? Бросок. Нет. Бросок. И когда ставишь два лотка, это вазарит. Надо вообще правила повесить здесь, чтобы вы просто видели. Падаешь и ставишь. А что вам время тянет? Эй! Так. Шито тебе. Не надо шить. Шито тебе за то, что ты кость перевязываешь. Не поправил тебя? Какой перевязываешь? Раз валяется? Ну я завязан только. Шито тебе. Пастухов, стой, кто? Ну, через грудь, Андрюха, прилей. Вот, кто? Базай, астрикольный. Все, проиграл ты? Как проиграл? Бросок на вазаре, удержали на вазаре. Нет, не было риска. Слушай меня. Щай! Ай, пап! Что? Чем ты недоволен?
посадку. Заходи. Розарий. Ну и держай. Голову подними его, Денис. На него иди голову подними. Раз. Два. Уши. Смотри. Смотри. Здесь смотри. Не удержать. Я что? Взять и дать победу. Так. Сырбу, Денис, смотри. Вы отдыхаете. Вы сейчас пойдете с Пастуховым бороться. Давай, Влад Бурдужа, дави его. А, Пошли. Денис, что? Он почти в вашем весе. Я? Он будет весе? Ты почти в их не весе. У вас 75 килограмм, правильно? Нет, у меня не 70. Отполна. Какой у тебя вес? У меня 66. Сейчас 75. У тебя? 75 сейчас. Ну вот он в вашем весе будет бороться. Я 66. У меня 66. Я. Где ты был? Я. Так, стоп, Матвей. Матвей. Стали в стойку. Поклонились. Ушли. Так, Вискон, Пастухов. Пастухов должен в стойке остаться. Одна рука или одна? Нет, двумя, а то же еще травмируешь. Бутук, что ты сел? Да. Тут сел. Так, Лаурец, идешь в Бутуков. Как ты себя чувствуешь? Артем вперед. Лаврентий, как себя чувствуешь? Точно? Или устал? Мягко. Я, если что, Миша передам. Макс, туда. Готовы? Да. Я ну сам здесь, смотрите, что. Да. Живе! Как Денчен отрели? Рейс откуда? Делай, что хочешь, Артем, но чтобы они живы остались. Ну и потом, после этого, нужно делать вперед бросать. Ну а тебе будет показать. Блин. Артем, ты с ним договорился был. Базарик. Сколько, Маша? Коля собрался. Так, 40 минут, да? Да, ты что,
Сделаем здесь бросок через стену скорее. Он. Хорошо. Миша, идешь туда. Миша, твоя задача минуту простоять. Минуту. Еще раз покажи. Алексей, зайди, пожалуйста, вот здесь. Вот, следующий, Денис, скажи сюда, бросай. Все, заправься, Коля, пожалуйста. Дарик, заправился, Дарик? Да. Сейчас вот Миша минуту потом. Молодец. Молодец, Денис. Держаться. Пастухов Мате. Денис, ничего не делал. 30 секунд еще. Подлежат. Хорошо, молодец, Мишаня. Еще 30 секунд и я меняю. Задача удержаться. Усыгу, Дениса. Не надо только посадку. Вот, делай бедро уже. Нету. Да упал на таз, один бал посадку. Молодец, Денис. Все, Денис отдыхает. Миша отдыхает. Да, Миша, хорошо, усыгу. Отжимаем. Держаться минуту. Хорошо. Рискован. Так, перебасай. Рискован. Пожалуйста, минута твоя. Минутку, минутку. Хорошо. Он. Удержать. И так чуть-чуть отойди, пожалуйста. Хорошо, и он. Так, следующий. Мишка туда. Пипон, старый. Пипон, так. Ты ко мне сюда. Сима, ты видишь. Да что ты его обнимаешь? Ты вот туда, а ты сюда. Нету. На колени. На колени. Поставь спину. Стой, вот так могу поставить. Поставь. Оп, руку, аж смотри, ты взял, выпрямил, ломаешь его. Миша, если он... Иди сюда. Иди сюда. Его. Вот, смотрите сюда. Если он вот так руку захватил, вот так, сразу надо вытаскивать. Он будет бросать, и рука идет на болевой или как нет. Сразу будет вытаскивать. Вторую ногу вперед. Вторую ногу вперед. Согни. Согни. Так, дай ему. Дыши. Еще раз. Следующий. Руку. Посмотри на меня. Убираешь нож. И делаешь бросок. Встань. Встань как другую. Держи. Держи. Первое что. Убираешь нож. Раз. И потом разрушаешь. Оп, пошел здесь. А дышишь, а не бросайся, кто там выйдет. Хорошо, Мишаня. Говори, готов. Миша, на ты. Лаурентия. Миша отвечает. Стоп, я не понял. Давай, сюда. Вот, видишь. Раз, 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 хорошо, пожалуйста. Тоже. Давайте, давайте, время, время.
Так, у вас, Мате, значит так, Пастухов, они будут захват, потом только начинают работать. Ты только защищаешься, они нападают, по минуту. Пошел. Не бросаешь этот, Пастухов, не бросаешь. Дает захват и защищается. Можешь только обхватить, поднять, вверх, подержать. Мате и поставить. Давай, 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 давай. Мате, так не сядь еще. Шина. Шина. Давай, 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 давай. Нет, ты можешь держать просто ответный захват. Он взял, ты. Давай, 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 поступай. Не бросать, Артем. А, я держу, я просто. Артем, не бросать. Я просто держу, Артем. Артем, не бросать. Я держу. А тут работает, работает, работает. Сырбу, работает. Сырбу, работает. А если он сам упадет? Нет. Держать его? Держать. Пошел, Сырбу, пошел. Ну, достань. Все, давайте. Мате, Вискул пошел. Вискул пошел. Пошел, сразу. Твоя задача его бросить. Стойку встал, Коля. Посмотри внимательно. Держи мой локоть. Фронтальную стойку. Фронтальную. Лицом. Посмотри, что делаешь. Делай шаг назад. Ты его нагрузил, разворачиваешься, он стоит, чуть-чуть его глаз, нож убираешь, он глаз. Давай, здесь тут. Держи. Фронтально. Смотри, сделай шаг. И нагрузил. Аккуратно назад. Толкнул и нож убрал. Раз, подсечка за цель. Ну, ёпа, отец с чем-то. Отец стоит. Раз, нагрузил. Я подошел, ты чуть-чуть толкнул, раз, чуть-чуть, не нагрузил. Хорошо, Миша, Дани, поменяли. Влад, Глория еще отдыхает, потому что у нас осталось пару минут. Ну, что? Шида, ушел в Вискун. А за что, Шида? Борьбу. Со стойки это стягивание, и не сделал. Если бы сделал, еще ладно. Давай, 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 Сырбу нападай. Сырбу нападай, Сырбу. Андрюха, нападай. Нападай, 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 нападай. Я нога сама пошла, честно. Верю. Давай, Сырбу. Андрюха, напасть, напасть, напасть. Пошел, 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 пошел. Руки захваты. По правой, левой рукой бери. Вот умница. Хорошо, молодец, умница. Еще чуть-чуть. Не вижу движения. Дал руку. Все. Сырбу, Мате. Секунд. Еще 30 секунд. Ну 30 секунд. Ты же работать должен. За 30 секунд нужно устать. Коля, сделай ему три раза. Вискун не работает. Не работает. Так только что взял захват. Не надо столько, что он уже работает. По ногам все лупишь, выводить надо. Вот умница, стоп, стоп. Давай, 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 давай. За счет движения ног, рук, выходи, выводи, двигай, хоп, хоп. Держи одно, раз, потащил, раз, не тащишь. Давай, давай, ноги не крести. Вот как он по всех у тебя сейчас дал. Вот посмотри, Андрюха, как держишь ноги. Ну, 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 давай, 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 давай. Стоп, Мате. Мате. Готов, Влад, вперед. 30 секунд у тебя. Разогрей, право-влево и броси. Один, делай два раза еще. Вот так работает! 30 секунд у тебя! Раз, два, три, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Мате! Следующий. Пошел. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять,
11, 12, 13. Что это? Мате? Бесковый? Я же бросил. Бесковый? Я бы бросил. Отсюда. Пошел. Раз. Два. Что ты бросил? Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодец. 40, Мате. Стали пошли все вокруг ковра. Пастухов. Да? И что, стоп-центр? Если бы вы разрешали рассадить, я не могу бросить. Куда ты бросишь? Да, он хотел. Да я хотел, я же думал. Давай брошу. Тебя бы сказал, не бросать, я приму. А зачем, папа? Потому что бросать его. Да нет, Сергей Анатольевич, хотел бы. Я думал, что вот сын был. А вот Пастухов, вот кто первый. Что это? Молодец, все найдет. На любой этот найдет ответ. Я смогу еще. Завтра сможешь ответить? Ну, мне начнется. Надеюсь, да. Так же опоздает, что я смогу поставить. Ну, ничего страшного. Хорошо, построили. Так, я не вижу улыбок на лицо. Не, пацаны, это оскал. Видели волка, да? Когда он увидел тебя так. Колоница. Ладно. Это стал. Еще раз. Вот так вы должны приходить. А вы не могли позвонить, да, Сергей Анатольевич? Почему? Я сказал, у меня не было на счет. И ни у кого не ни у кого. Хотел дать. Ни у кого. Все никто кимоно. Не хотел дать. Смотри, все стирают кимоно. Ни у кого на счету денег нет. Хорошо, что ходили. Вот Бескунов сказал, что вам у него есть, но он не хотел. Хотел домой. Что есть? Я его назад притащил. Хиба цей капли сын бронзи спалил чудосник. Все, ремень, репс. Так. Да, стартовый взнос 1000 лет. Деньги мне, а? Сдадите ему. Ладно. Пенсии. Так, супы, пацаны. Кто, Миша, сюда, Сергу сюда, Лискун сюда. Эй, бегом. Кто? Бегом. Кто там еще у нас? Эй, пацаны, завтра приносите документ. Завтра. А, бюллетень я у меня в жопе. Еще раз, принесите, чтобы потом не было проблем. Можно? Что? Осторожно, головой ударились. Да. Еще раз, вешаются в субботу с 6 до 8. Ой, с 6 до 7. В субботу опять. Ой, нет, в субботу, в 5? 18 до 19, но будет много народу, поэтому придется задержаться. Оттуда мы, наверное, выйдем на гостинике. Да, я вас спрашиваю. Что это? Блин. А, будем опять. А 1000 лей. 1000 лей мы уже... Еще не нарисовал? Еще не нарисовал. Ой. Это что на аукционе? Сколько, Андрей? Я? У меня 67. 67? Смотри, потому что... Я тебе через 30. Нет. Ты пойдешь 66, потом мне дашь 100 грамм лишних, и тебя снимут. Я пойду в 66. Смотри.